Дорогие друзья, всем привет! Буквально недавно я выставлял в Instagram небольшой опрос по поводу стритфуда в Алматы, где можно поесть хороший, вкусный, качественный стритфуд в Алматы. Но так как сейчас я нахожусь в Астане, я знаю стритфуд, который вкусный, который качественный, и сейчас я туда пойду перекушу. Это стритфуд от ресторана Шордич и моего друга Мираса. Называется он хот-дог и окс. Что же здесь можно покушать? В меню получается только две позиции. Это хот-дог и остро-кисло-сладкая лапша с креветками и курицей. Лапшу я кушал, хот-дог я не хочу, поскольку я только недавно позавтракал. Хочу попробовать новинку в лепим и варим. И вот эти свежие янтыки и чебуреки. Получается, есть три вида. Свежие янтыки и чебуреки, итальянцы в России, классика жанра и, скажите, сыр. Мой заказ готов. Спасибо большое. Так, и компотик. Спасибо. Стаканчик дадите? Сейчас будем пробовать. Соус сацебили. Эти янтыки, они, получается, готовятся на гриле, они не жареные, поэтому они, так скажем, чуть полегче, нежели жареные. Если вы пробовали пельмени итальянцев в России, то здесь та же самая начинка. Мирас, очень вкусно.